заподозрить какой-то... Перерыв объявлен до пятницы. Судебное заседание. Завтрашний день будет посвящен полностью подготовке и постановке вопросов для медиков, экспертов, которые будут проводить комплексную медицинскую экспертизу состояния здоровья Эдмунда Поупа. Значит, было еще одно ходатайство. Очень много было ходатайств, я, так сказать, пытаюсь сейчас восстановить. Мы просим включить состав экспертов американского врача, врача-онколога, который владеет вопросом, связанным с данным видом онкологического заболевания, гемангиоперицитомой. В противном случае это опять будет профанация и сплошная, так сказать, фикция, как это уже было неоднократно, когда дежурный врач Лефортова, осматривая Эдмунда Поупа, делал заключение о том, что он здоров. Хорошо, звони. Я не знаю, что это за...